Мы должны создать сильную армию. Это то, на чем мы всегда стояли. Мы должны создать сильную армию. Мы должны все-таки произвести эти крылатые ракеты. Они у нас есть, как бы, да, у нас есть экспериментальный образец, нам нужно довести их. Мы должны создать свои джавелины. Они у нас тоже есть. Может быть, они где-то там и уступают, хотя я сомневаюсь, что уступают. Просто там принцип использования наших противотанковых средств, он немножко другой. Но это сильное средство, и это национальное средство, и это отсутствие зависимости от кого-либо. То есть моя логика состоит в том, сильная профессиональная армия, активное перевооружение, и через 5 лет, когда мы будем иметь мощное сдерживающее средство в виде нашей армии, вот тогда можно Запад втянуть в союзничество. И тогда мы будем для него активом. А сегодня требуют, чтобы они объявили, что мы будем членом НАТО. Но мне кажется, это абсолютно нелогично.